Ну что ж, друзья, наидобрейшего всем времени суток. Как всегда, с вами Док Браун, и уже по сложившейся традиции подводим итоги запуска открытого бета-теста Icarus Online. Да, халява началась, люди наконец-то на серверах появились, причем в достаточно большом количестве. Из чего я могу сделать вывод, что реально наконец-то народ понял, что заносить бабки за наборы раннего доступа нет смысла. Люди побоялись это сделать, и правильно. Народ просто дождался ОБТ и поломился, собственно, уже в игру. Серверов уже аж целых 3, загруженность на них примерно равномерная, то есть людей достаточно на данный момент на всех серваках, но это не все. Проблем, конечно же, просто вагон и маленькая тележка. По сути, в первый день ОБТ я в игру так и не попал. Я столкнулся с проблемой, которая посетила практически всех. Бесконечная авторизация. То есть ты заходишь в игру, попадаешь на авторизацию и ждешь полчаса, после чего тебя выбрасывает из игры, и тебе снова надо заходить, опять встречать эту авторизацию, опять стоять полчаса, опять тебя выбрасывает. Прекрасная тема, 101 XP, молодцы, респект. А, собственно, на форуме и в группе ВКонтакте они написали, что, мол, все нормально, это просто очередь, просто вам не пишется цифра. Но, по сути, спустя полчаса абсолютно всех просто кикало из игры, и надо было снова заходить и опять стоять в авторизации. Большинство так и не зашло. Собственно, я тоже так и не зашел. Попытался 3 раза, авторизация, 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 и все. Класс. Больше всего, конечно, пригорало у тех людей, которых просто кикало из игры, которые смогли войти в игру, играли, качались, и их кикало. Да. Краши были, были кики с сервера, и, собственно, да, естественно, после этого люди также попадали на бесконечную авторизацию. Супер! Просто класс! Чем это обусловлено, я не знаю, ну и черт с ним. А более того, проблемы со входом в игру — это не единственное, что продолжалось вчера. Также были проблемы со скачиванием игры. По этому поводу форум тоже до сих пор бомбит, на самом деле. Просто люди не могут скачать игру. Качается определенное количество файлов, после чего загрузка либо останавливается, либо просто выдает ошибку и не качает игру дальше. Такая проблема тоже есть. То есть, чтобы поиграть в Icarus, надо не только намучиться со входом в него, но еще и с загрузкой. Вот даже так. Более того, все игроки Икаруса вчера столкнулись с уже знакомой проблемой. Ребята, аукцион в игре не работает. Вам это ничего не напоминает? Блес вернулся к нам в новом облике. Аукцион реально сломали. Причем 101 XP опять-таки написали, что, мол, ребята, вы, конечно, извините, мы вам шмотки с аука как бы вернем, ну и как бы все. А пока что вот мы установили новый патч, и у нас проблемы с сервером аукциона. Все, точка. Когда, что, как, почему, никто уже не объясняет. Более того, аукцион и, собственно, проблемы с загрузкой, проблемы со входом, вылеты из игры — это тоже не единственная проблема. Ибо еще было замечено, скажем так, небольшое изменение. Изменение в крафте. Теперь стоимость крафта возросла. Да, мучайтесь, ребята. Теперь, собственно, было увеличено количество руды, к примеру, нужной для крафта слитков. С одной штуки до 3. Просто мучайтесь. То есть теперь, по сути, чтобы прокачать золотую пуху с 1 уровня до 30, нужно нафармить аж 2500 железной руды минимум. Кайф. Просто кайф. То есть вы теперь будете либо тупо бегать по локации, собирать руду, либо просто, сейчас реально станет это гораздо более выгодным, подходить к NPC и затариваться у него просто серым шмотом и этим шмотом точить пуху.
Причем, как вы понимаете, шмота понадобится тоже просто до задницы. Там огромные цифры. Заточка получается из-за этого безумно долгой, и геймплей превращается просто в стояние у NPC и покупание сотнями серого шмота, чтобы заточить что-то одно, там, например, пуху, доспех и так далее. Это просто капец. Причем комьюнити менеджеры отвечают просто, что, мол, по результатам ЗБТ разработчики решили, мол, что надо как бы выпадение предметов пересмотреть и заточку крафт тоже пересмотреть. А мне интересно, а разработчики учитывали то, что на ЗБТ далеко не все игроки вели себя честно и просто дюпали то, что нужно для, собственно, заточки? Что они добывали эти предметы нечестным путем, а просто дюпом. А сейчас как бы дюпать вроде бы как эту функцию прикрыли. Точить шмот стало сложнее. И ко всему прочему еще и разработчики в 3 раза сделали дороже крафт. Ну обалденно, короче. Просто супер. Впечатление такое, что как-то связи между разработчиками и издателями нет вообще никакой. Либо просто 101 XP молчат, не рассказывают, что у них такая жопа была на ЗБТ. То есть, опять-таки, ребята, вся та задница на ЗБТ, которая была, вот она сейчас боком и вылазит, по большому счету. То есть, все тогда говорили, мол, док, ты придираешься, это всего лишь ЗБТ. А вот вам это ЗБТ боком вам и вылезло. Крафт стал дороже. Причем по итогам закрытого бета-теста. Вот и все. Теперь будем немножко страдать, немножко мучиться, так сказать. Вот, короче, собственно, вот таким вот образом прошел первый день открытого бета-теста. На данный момент проблемы со входом в игру вроде как пока что нету. В принципе, я смог зайти нормально, зашел, залогинился, бесконечную авторизацию пофиксили вроде бы. Посмотрим, что будет вечером в пиковый онлайн, не знаю, но сейчас все работает. Ну а другие проблемы, собственно, как были, так и остались. Краши присутствуют, аукцион нерабочий присутствует и дорогой крафт присутствует. Вот как-то так. Вот такая вот сейчас картина, происходящая с Icarus Online. Что будет дальше, ну, собственно, посмотрим. На этом у меня все. Я пошел качать персонажа дальше и, собственно, смотреть, что там, как с игрой, как Icarus поживает. Вам всем желаю удачного кача, побольше дропа, шмотки вам пригодятся. Всем пока-пока.